собственное производство, большой опыт работы. Сельгио-посадская компания «Остров окон» была создана в 2006 году. Основное направление – оконное производство. В 2015 предприятие значительно расширилось, что позволило увеличить объемы выпускаемой продукции. У нас два направления – это ПВХ и алюминиевые окна. Мы не просто изготавливаем окна, да, у нас и цех ламинации, мы придаем цвет, да, окнам, у нас и гибочное оборудование свое, то есть мы можем арочные, круглые окна делать, то есть, ну, условно, у нас почти замкнутый цикл по изготовлению окон. Компания «Остров окон» специализируется на балконных конструкциях, офисных перегородках и входных группах. Сергей Тостановский, заместитель главы администрации городского округа, побывал на производстве, пообщался с руководством компании и с рабочими. Чем интересно это предприятие? Это предприятие выпускает и работает с эксклюзивными клиентами, которые заказывают, ну вот много, и мы познакомились с мастером, который сам вручную делает те заказы, которые, ну, представлены здесь на производстве. Производство хоть и небольшое, но достаточно хороший вклад вносит в экономику нашего округа. В компании «Остров окон» работает около 80 человек. Сегодня это предприятие может изготовить окна любой сложности, в том числе в форме трапеции, круга и даже треугольника. Причем с тонировочной или защитной пленкой, а также с мультифункциональным цветным стеклом. Полина Иноземцева, Илья Халяпин. Программа «События».